Ну, от синяков никто не застрахован. Да, конечно. Потому что это индивидуальные особенности клиента. Вот и все. Как у него там сосуды расположены, конечно, можно, это как повезет, можно попасть, можно не попасть в сосуд. Поэтому это не является и осложнением. Да, он немножко закрывает, как пленочкой покрывает, в результате защищает все это. А если вот его наложить, если просто не копиали? База под макияж очень хорошо. У нас есть такой препарат, сейчас появился новый, гиалуроновая кислота, не в голубых, вот как мы с вами смотрели, а в черных. Там гиалуронка 3%. Вот она как раз для заполнения мелких морщинок поверхностных. Вот наносишь, он просто забивает это. То есть это как база под макияж используется и для тех случаев, когда нужно хорошо выглядеть. Если солнышко, солнцезащита тоже сразу. Да, но даже если солнышко. Днем выходит, мы даже вечером солнцезащиту все равно ходим. Базу под макияж положили. Можно, да. Просто он... Да, можно не отдавать. Можно вот на тот день, пока вы сделали. Да, то есть вот здесь все проходится, здесь, вот они здесь, вот они. Ну, можно в две полосочки пройтись, потому что здесь как раз вот кисеты формируются, поэтому нам нужно. Но это не принципиально, да, это вот просто, у всех же здесь еще расстояние разное, вот в чем дело. То есть если у кого-то большое расстояние, тут можно в два, в три ряда пройти, у кого-то маленькое это расстояние, там в один ряд вот прошли здесь, через сантиметр и все. Все, солнцезащитным мы закрыли. Все, теперь мы клиента нашего любимого, дорогого, предупреждаем, что он сегодня 12 часов, то есть до завтрашнего дня, вы лицо не трогаете, ничем не мажете, не умываетесь. Да. Ну, единственное, что можно хлоргексидином аккуратненько, вот здесь, вот, если уж надо, там хлоргексидинчиком чуть-чуть можно обработать. Здесь аккуратно убрать все, макияж.